этой игре подошли играющие сегодня команды. В Бресте динамовцы сыграют с «Нафтаном». Итак, давайте взглянем турнирную таблицу. Наши гости, футбольный клуб «Гранит», перед этой игрой размещается на 6-й строчке. Соответственно, Славе и Игорь Трухов только что обменялись рукопожатиями, поприветствовали они и судей. Вот, наверное, все-таки представление главных лиц на зеленом газоне мудрской юности. Мы начнем именно с судейской бригады. Капитан Мазырян Александр Кобец. И вот как раз мяч летел в левый нижний угол ворот Николая Романюка, и Александр успел выбить в исполнении Слави. Верховая подача, да, так есть, вроде 10-метровая отметка. Высоко выпрыгивает Андрей Воронков, и на 14-й минуте посылает мяч в верхнюю правую девятку «Гранита». Принес столько много положительных эмоций болельщикам Слави. Александра Игнатенко тонко сыграл. И сейчас Дмитрий Осадчи просто-напросто простил в этой ситуации футболистов Слави. Давайте еще разок взглянем на монитор, как стремительно развивалась эта атака. Воронков по центру. Передача на Тропашко. Слева один Ситко. Павел удар! Илья Гаврилов, выставив руки вперед, сумел отразить этот мощный удар левого полузащитника мозырской Слави. Уже после перерыва. Хотя с этим не согласен Денис Тропашко. Вот он штрафной, перед ним Луцевич, передача правее на Котлярова. Котляров заброс! Верховой! Тропашко, Ситко! Можно ударить! Есть! Второй мяч! Вот так вот в своей первой игре Павел Ситко добивается успеха. 45-я минута. Счет нашей встречи становится 2-0. Чуть позже я познакомлю, кто может усилить игру хозяев. И снова очень опасно у ворот. Луцевич не сумел добраться до мяча. Удар-то наносил, по-моему, это был... Дмитрий Игнатенко, да. Ситко головой скинул на гречишка. Воронков с мячом. Тропашко. Удар лишь ногами сумел Илья Гаврилов отразить удар. Времени на табло. Удар. Николай Романюк сумел в последний момент выбросить свою правую руку. Мяч, по-моему, Чешу Рамазрян против уже шестерых футболистов «Гранита». Германа Страхановича успеет Олег мячу. Делает подачу на дальнюю штангу. Там Котляров. Удар! Сейв Гаврилова. Повторный навес. Во встрече 18-го тура 10 ударов по воротам нанесли мазыряне. 13